портовой особой экономической зоне Ульяновской области будет создан центр кастомизации. Подписи под официальным документом поставили Сергей Морозов и президент корпорации «Иркут» Олег Демченко. Центр займется производством элементов интерьера, салона и покраски таких самолетов, как «Сухой Суперджет-100» и «МС-21». Если вы сейчас зайдете в самолет, в любой гражданский самолет, даже тот, который производится у нас в Российской Федерации, то интерьерная часть, кухонная часть, там сиденья, практически все это из-за пределов Российской Федерации поставляется к нам. Мы считаем о том, что это несправедливо. Мы с вами действительно авиационная держава. Почему мы должны где-то на стороне приобретать то, что мы можем сами производить, и еще более высокого качества? Строительство начнется в 2018 году, чтобы ровно через год запустить промышленную площадку. Также на МАКС-2017 Сергей Морозов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали соглашение, которое предполагает возможность формирования на базе Авиастара индустриального парка. И это позволит привлечь инвестиции в создание новых производств. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».